В День защиты детей Государственный Карачаево-Черкесский историко-культурный и природный музей-заповедник запустил культурный марафон «Я и моя Карачаево-Черкесия». Главная миссия мероприятия – популяризация культуры и искусства среди детей и молодежи. Для участия в акции необходимо через аккаунты музея в соцсетях рассказать о красоте Карачаево-Черкесии и ее жителях. Присылать можно короткие рассказы, рисунки, фотографии любимого города или села, маленьких улочек и дворов и, конечно, своей семьи. Все материалы будут размещаться на официальном сайте и официальных страницах музея-заповедника. Вопросы об участии в марафоне можно задать в личных сообщениях через социальные сети. Присылать материалы с пометкой «Участвую в акции» можно в директ Инстаграм.